что ты не замечаешь при первом просмотре. Поехали. Вы не видите такой? Она открывает рот, но языка нету. Так. И почему? Мужа, земля без цветков. Ничего не понимаю. Вы видите такое? У нее переворачивается колпак. А как она жрет? А как она скушает воду? Ребята, напишите комментарий. Это невозможно. Жрать воду. Мне говорили родители так, что надо мыть посуду. Это очень важно. Очень надо мыть посуду. Посуда это надо мыть. Ведь это культурно. Помой посуду, говорит. Дайте еще добавки. Ой, какой обжо. Это что такое? Это что? Кукуруза? Горошек? Горох? Ничего не понимаю, ребят. Напишите в комментариях, какая ваша любимая закуска. Но я приступаю. Зачем листья? Это же крапива, наверное. Фу, свинья! Какой ты жрёшь не... Какой ты свинья! Джоли, ну что ты делаешь? Джоли, ну какой же ты идиот! Неприлично жрать из тарелки. Очень нехорошо. Он чавкает, как свинья. Ты что, чавкаешь? Подавишься? Нет? Ты что, подавился? Ему наплевать. Ему все плевать и плевать. Какой же ты? Ему все наплевать. Да, нехорошо это. Я пузырника. Я тоже участвую тут. Вот говорил мне диетолог. Так. Он говорит, что правильно говоришь ты, что если много жрать, то вес поднимется до очень. 120! И ты станешь пузырем. И как он станет пузырем? Вот так он взорвется на кишки. Да, скоро взорвется, как воздушный шарик. И... Да, как шарик воздушный. Как воздушный шар надуется такой. И... Кишками надуется. Ладно, не будем ржать. Мы погнали. Ему все равно наплевать, как он просто идиотски подступает. Ну, а мы заканчиваем, пока.